В Акмолинской области состоялась ежегодная спартакиада среди госслужащих. Порядка 500 участников и 20 команд собрались из разных уголков региона. Соревнования проходили по 7 видам спорта. Подробности смотрите далее в сюжете. Мини-футбол, волейбол, казак, крест, тоғызқұмалақ, настольный теннис, бильярд, плавание – все это входит в спартакиаду. Каждый из участников с большой ответственностью относится к соревнованиям. Галымжан Ахметов участвовал неоднократно, к тому же является победителем прошлой спартакиады. Сам я выступаю в личной категории по плаванию, являюсь победителем предыдущей спартакиады среди государственных служащих, которая прошла в Петропавловске. Всем участникам хочется пожелать удачи, командного духа. Как отмечают организаторы, соревнования среди госслужащих стали доброй традицией. Ежегодно участников и команд становится все больше. В спартакиаде активно участвуют руководители государственных органов и рядовые государственные служащие областного, городского, районного и поселкового уровней. В преддверии праздника госслужащих проходит эта спартакиада. Современные госсотрудники должны быть разносторонними и вести здоровый образ жизни. Такие спортивные мероприятия являются пропагандой здорового образа жизни. Кроме того, данные спортивные мероприятия – это в первую очередь хороший тимбилдинг. Участники, занявшие первые и вторые места, войдут в сборную области и будут представлять регион на республиканских соревнованиях в Талдыкургане. Рахат Салеев, Алишар Шукубаев, Кукчи, Акпарат.